Важность. Тебе было доверено самое святое, подпольная литература. Как ты могла не оправдать доверие? Но я не виновата, что забыла, где спрятала. Может быть, уже сейчас наши журналы растерзаны ежами, а быть может, попали в руки врагов нашего дела. Возьми этот игрушечный китайский пистолет и отправляйся обратно в лес. Вернешься только когда найдешь. Помни, мысленно мы с тобой. 6 часов блуждания по лесу, 0 на массу. Нет, я должна с честью выйти из положения. Нет, тогда я подведу товарищей. Я продолжу поиски. Мы студенты-археологи. Мы идем на практику, на раскопки к нашему преподавателю Иегудиилу Панчохе. Иегудиил Иванович – видный ученый. У него есть теория, что в этом лесу под толщей грунта похоронена Великая Троя. Шлиман ошибался. Мы должны помочь ему. Все это держится в тайне. А пока все думают, что мы уехали в Чугуев. У меня в Чугуеве дядя. Он очень любит соленые огурцы. Вот так дядя. Мировой дядя. В лесу всегда находятся люди, которые сами себе на уме. Однако мы заблудились. Однако надо было взять компас. Однако Иегудиил Васильевич нарисовал нам карту. Он вообще-то Иванович, однако. Однако это дело не меняет. Есть карта, но нет компаса. Однако. Где одна шишка, там и вторая. Народная мудрость. Я представляю себе, как бедный наш Иегудиил Иванович в суровом уединении, обливаясь от жары потом, роет землю. А я вот о другом думаю. Вот встретим сейчас кого-нибудь, а у него мобильник классный. Отберем, нас же больше, потом на радиорынке загоним. Да, на вырученные деньги купим себе леденцов и жвачек. Да-да, леденцов и жвачек. А как ты думаешь, что за мобилка у Иегудиила Ивановича? Thank you.
добровольная лесная помощь. А помните, что сказал Олесе Пушкин? А кюхельбекке? О, вы читали роман Тынянова «Кюхля»? Превосходно! А у вас, случайно, нет мобилки? Нам срочно нужно позвонить. Здесь нет покрытия. А так куда вы путь держите? Зачем в лес пожаловали? Ну, так, мол, и так. Значит, провести вас к раскопкам? О, по гроб жизни будем благодарны. Не думаю, что найдется в мире человек, который так красиво умеет говорить слово «зазы». Ну, так скоро будут раскопки? Еще не пришли. Я скажу. Вообще места у вас тут дивные. И загадочные. А что такое? Да вот уфологи говорят, что здесь в 1912 году летающая тарелка разбилась. Марсиане. Теперь ясно, зачем Панчоха нас позвал. Он уфолог. И что теперь будем делать? Наконец прозвучало слово правды. Ты сказал то, что долго было у меня на уме. Конечно же, Игудил Иванович уфолог. Вы говорите об одном и том же человеке? Да! Нашла! 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 Вот оно! Все мое! Этого не было. Можно возвращаться. Но куда же идти? Если потерялась, ориентируйся согласно правилу плевка. Установлено, что вращение Земли отклоняет плевок к западу. О, мне туда. Сейчас я вам расскажу все, что знаю. Есть здесь место, которое называется периметр. Это длинный песчаный каньон, который возник, когда упавшая тарелка пропахала на брюхе землю. Именно в периметре ведут свои расследования уфологи. А местные жители обходят периметр стороной. Бродила как-то по лесу приезжая девушка-ботаник. Вениамин Викторович, пеналис в этой части леса развивается просто аномально. Только что я нашла шишку гермафродит. Да, безусловно. Подождите, я куда-то вышла. Очень странное место. Почему вы кривляетесь? Как некрасиво. Thank you.
А как у вас насчет маньяков? Вы их не боитесь? А зачем нас бояться? Я жрица Адаги не зазу! Я жрица Адаги не зазу! Помогите, нас преследует маньячка. Нас преследует маньячка, помогите! Нет, она вас, она ничего еще не знает. Мы можем обыграть фактор неожиданности. Вы пойдете вперед, и когда она на вас набросится с ножом, я подойду сзади и грею ее поленом. У меня есть лучший вариант. Игрушечный китайский пистолет. Разве их уже разрешают носить? Нет, конечно. Бегудин Иванович! Профессор! Где твоя зачеркнутая книжка? Руки вверх! Если есть мобильник, давай сюда. Маша? Клавка? Маша! Клавка! Это моя сестра, потерявшаяся на пляже 10 лет тому назад. Меня на надувном круге унесло за буёк. Долго играл течение моей судьбой, пока не унесло и меня на остров с запретным городом Эру. Профессор Панчоха! Объединим наши силы! Сеструха! Да, представляю, как это вам? Обрести сестру и снова потерять. Ну, Фирусер зомби! Клавка, как ты там? Может, помочь чем-то? Предупреждаю, я мастер кунг-фу, меня называют доктор Костолом, я деревянный человек с горы Вуда. Ah!
Тогда надо решать, дело личное или общественное. Я выбираю общественное. Thank you.